Ну а вот сегодня ульяновские выпускники сдали первый единый государственный экзамен. 27 мая стартовал основной этап для большинства школьников. Чуть более 300 выпускников выбрали литературу, еще 74 решали задания по географии. 11 лет мы готовились, поэтому прямо уж такого сильного волнения нет, потому что знания есть и нужно просто применить. Учить, учить, еще раз учить. И тогда волнения толком не будет. Ну, вообще планы очень большие. Но надеюсь, то, что поступлю куда-нибудь дальше, чем Ульяновск, и более перспективнее, так скажем. В 15-й школе выпускники из 50 учебных заведений со всего региона для 7 учеников с ограниченными возможностями здоровья подготовили отдельную аудиторию. Сама процедура осталась прежней. У входа в классы строгий паспортный контроль и проверка металлоискателем. Воспользоваться сотовым телефоном здесь все равно не получится. Сигналы заглушает специальная техника. В классах камеры видеонаблюдения. Все функционирует в штатном режиме. Сегодня у нас дают единый государственный экзамен по двум предметам – по географии и по литературе. Слава богу, все спокойно, у нас все сдают, удаления у нас не было ни разу. Надеюсь, что в этом году все будет точно так же, все тихо и спокойно. Государственную аттестацию пройдут более 5000 выпускников региональных школ. Как и прежде, большинство учеников отдают предпочтение обществознанию, информатике и биологии. В этом году результаты ЕГЭ учитываются при выдаче аттестатов с отличием. Для получения такого документа необходимо не менее 70 баллов по профильным предметам. К слову, один из них – математику – школьники будут сдавать уже завтра, уже 29 мая. Ранее для получения аттестата с отличием достаточно было закончить учебу с наивысшими оценками и успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Экзаменационная кампания продлится до конца июня, после чего начнется прием документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения.